гостях у нас сьогодні Сергій Ваненков. Ваненков, вибачте, керівник благодійного фонду «Юнітус». Все правильно? Так. І наше перше питаннячко до вас. З якого року діє взагалі ваша організація? Розкажіть, будь ласка, в декількох словах про історію створення. Організація була створена в 2000 году. И по сегодняшний день мы реализуем нашу миссию. Это борьба с распространением ВИЧ-инфекции и других социально опасных заболеваний среди граждан Николаевской области. Да, мы очень символично вас пригласили, так как сегодня день борьбы с ВИЧ, день опознанности. Вот. Хотелось бы узнать, какие мероприятия происходят для того, чтобы наше население было более опознано и не оставалось равнодушным к такой проблеме? Спасибо за вопрос. Действительно, сегодня День поразумения с ВИЛ-инфицированными особами. Он по-разному называется, но смысл этого дня в том, чтобы мы задумались о наших рисках, о тех близких людях, которые находятся с нами, о себе, о своем будущем. В течение 16 лет мы практикуем системный подход. Мы понимаем, что основополагающей в борьбе с ВИЧ-инфекцией является понимание проблемы, понимание собственного риска человеком. Мы работаем в основном с группами риска, с подростками, с женщинами. И самое главное для нас – это изменить отношение к себе, изменить отношение к окружающему. Мы даем понять человеку, что только ты ответственен за свое здоровье, только ты и никто другой. Если же человек сталкивается с проблемой ВИЧ-инфекции, мы осуществляем так называемый кейс-менеджмент. У нас есть обученные люди, которые сопровождают человека в Николаевский областной спеццентр, к другим специалистам, которые необходимы получить консультацию, и мы не оставляем человека наедине с его, состоянием, с его мыслью. В среднем это длится до полугода. Мы выводим человека в стабильное состояние, он начинает принимать антиретровирусную терапию, и, судя по нашему опыту, человек может жить 20 лет замечательно, у него могут быть здоровые детки, у него могут быть замечательные отношения, то есть ВИЧ не является приговором, с ВИЧ люди живут 20-30 лет. То есть это как способ жизни уже, да, превращается в некий способ жизни? Не способ жизни, это, скорее всего, можно сказать, особенности жизни. Особенности. С хроническим заболеванием, таким как гепатиты, ВИЧ-инфекция. О чем на данный день, на сегодняшний день говорят статистические данные? Насколько эффективно проходит подобная работа и мероприятие? Знаете, статистика – вещь крайне относительная. Статистика говорит о том, что… Вот здесь вот очень тонкий момент. Вроде бы как Украина выходит потихонечку на стабильная плата ВИЧ-инфекции. Но, к сожалению, меняется картина. Угу. Если раньше мы говорили, что в основном путь передачи ВИЧ-инфекции – это инъекционные вопросы, да, то есть это переливание крови, да. Непроверено, да, то есть это инъекции нестерильным инструментарием, это гомосексуальный секс и другие практики, то сегодня мы выходим на более чем 60-65% передачу половым путем. То есть фактически эпидемия вышла в население. И если раньше группы риска это были потребители инъекционных наркотиков, женщины коммерческого секса, люди, практикующие гомосексуальные практики, то сегодня это общее население, это мы с вами. И это еще раз нам говорит о том, что мы должны пересматривать свое отношение к своему здоровью на более ответственное, на более взвешенное, на более правильное, наверное. Угу. Еще такой вопрос. Какие методы или способы, на ваше мнение, более эффективны в плане борьбы с этой болезнью, с этой эпидемией, скажем так, уже не побоимся такого слова? Замечательный вопрос, спасибо вам огромное. Я считаю, что самое важное в компоненте борьбы с ВИЧ-инфекцией – это первичная профилактика. Это работа… Я не люблю слово «дети», потому что грань между взрослым и ребенком буквально один час, один день, да? 364 дня, 17 лет – еще ребенок, 18 лет – уже взрослый. Я считаю, что с детьми необходимо обсуждать вопросы именно здравоохранения в контексте, я бы сказал бы, наверное, общественного здравоохранения. То есть ВИЧ – это инфекция, это хроническое заболевание. Да.
И мы должны относиться к ним как к хроническому заболеванию. И мы должны показывать детям, опять же, их риски и возможности борьбы с ними. У нас есть замечательная практика, когда мы работали с детьми из, скажем так, которые находятся в сложных ситуациях жизненных. И мы проводили с ними американская практика Street Smart, которая была нами немножко модифицирована. Проводили около 10 занятий с ним, 10 занятий, 8 групповых и 2 индивидуальных. И дети, которые практиковали рискованные, употребление алкоголя, легкие наркотики, секс незащищенный, то в конце этой практики они переосмыслили свое поведение. И это не просто было на словах, а с детьми проводилось анкетирование до того, как они заходили в программу, перед тем, как они заходили в программу, буквально вот накануне, и 3 месяца после того, как они заканчивали программу. И вопросы были, анкета была очень такая массивная, но она открывала, там было большое количество вопросов, которые дублировались. И действительно, если говорить в цифрах, то дети на 30% улучшали свое понимание и уменьшали риск потенциального инфицирования. То есть речь идет о том, что программа включала в себя все вышеперечисленные практические действия. Что вы имеете в виду? Какие именно практические действия? То есть применение легких наркотиков? Нет, они не принимали легкие наркотики. Хотелось бы просто уточнить. Дети практиковали подобные вещи до вхождения в программу. Они заявляли об этом. Возможно. То есть это являлось проблемой до? Это являлось проблемой до, но в данном случае проблема не является употреблением алкоголя или курения. Фактически это лишь, скажем так, фактор риска, который есть. И когда, если, допустим, ребенку, который курит, ты говоришь, не кури, это ребенок не уйдет от этого, да, или там употребление алкоголя. Но если нашему пониманию, что если он употребляет алкоголь, то он становится уязвимым, потому что я считаю, что алкоголь это также наркотическое вещество, особенно для ребенка. Конечно, сопутствующие факторы, которые влияют. То он им легче манипулировать, его легче вовлечь в какие-то сексуальные взаимоотношения. И когда ребенок начинает понимать, начинает объяснять это себе и таким же, как он, потому что работа велась немножко как равный равному, то он начинает понимать риск, и он начинает оценивать, ага, буду ли я употреблять алкоголь тогда, когда я могу быть наиболее уязвим, или не буду? Угу. И вот это вот самое ценное, потому что это изменение поведения. Заставляет задуматься все-таки да. человека, да? Не потому, что кто-то ему говорит, кто не имеет никакого авторитета у него, да? А он говорит сам себе. Он сам для себя самый большой авторитет. Он говорит, я не буду употреблять наркотики, алкоголь, например, да? Так. Я не буду курить, потому что... И он уже сам знает для себя ответ, почему он это не будет делать. Вот меня интересует еще такой вопрос. Для тех, к сожалению, кто уже имеет такую потребность бороться с данным заболеванием, происходит ли какой-то прогресс медикаментозного подбора? Конечно, конечно. И насколько успешно он идет в нашей стране, в частности? Я вам скажу так. Николаев на протяжении длительного времени, благодаря действиям и благотворительного фонда Юнитус и других общественных организаций, государственных организаций, является лидером в развитии медицинской и социальной помощи для ВИЧ-позитивных людей. Угу. Николаев длительное время занимал лидирующие позиции в плане вертикальной трансмиссии, передачи от женщины к ребенку. Фонд Юниту совместно с Николаевским спинцентром еще в 2004 году запустил программу, которая позволила уменьшить количество... давайте в цифрах не буду. Скажем так, через нас прошло 600 женщин. До этой программы, сейчас я вам скажу, 90 из них имели бы детей с статусом ВИЧ после родов. После того, как запустилась эта программа, она позволила вместо 90 получить 10. То есть количество. То есть уменьшили в 9 раз, и эти детки, они здоровы, они прыгают, бегают, они наслаждаются жизнью, и у них замечательное будущее. То есть это как бы пример эффективной социальной технологии, помноженной на медицинский опыт. Причем специалисты у нас, медицинские специалисты, великолепнейшие, просто суперспециалисты. Антиретровирусная терапия позволяет качественно улучшить жизнь, снизить вирусную нагрузку до минимальной, и человек является абсолютно безопасным для близких. И на завершение хотелось бы спросить, какое будущее у вашей организации, есть ли какие-то
уже проекты, которые будут воплощаться в жизнь? Вот. Хороший вопрос. За 16 лет, мы недавно буквально посчитали, что мы привлекли в Николаев и Николаевскую область инвестиций, социальных инвестиций на сумму около 5 миллионов долларов. То есть это без учета медикаментов, это без учета шприцов, это без учета презервативов. То есть это вот те суммы, которые мы привлекли. Обучили огромное количество медицинских работников. И сегодня мы видим нашу миссию в том, что мы должны привлекать новые социальные технологии, мы должны обучать специалистов, не только медицинских, но и социальных специалистов, для того, чтобы эффективно противостоять тем вызовам, в том числе и ВИЧ-инфекции, которые сегодня, скажем так, с которыми сталкивается общество. Будут ли какие-то мероприятия непосредственно к сегодняшнему дню проводиться? Непосредственно каких-то конкретных мероприятий нет. Почему? Потому что у нас работа расписана по дням и по часам. Нас приглашают некоторые школы, мы читаем лекции, если необходимо. Но это не совсем лекции, да, это больше вопрос-ответ, потому что лекция не всегда она эффективна. В виде диалога, да? Да, конечно, это наиболее эффективный вариант. Почему? Потому что ты даешь ту информацию, которая необходима здесь и сейчас детям, потому что это их беспокоит. Может быть, у них какие-то есть мифы, может быть, какие-то вопросы. Даже самый глупый, на первый взгляд, вопрос на самом деле является очень важным и для ребенка, и для нас, для всех. Имеет какой-то смысл и подтекст. Да, да, да. И он фактически является определяющим. Ну что ж, спасибо вам большое, да, Сергей. Спасибо. На самом деле это очень спасибо символично вам в такой день. И я думаю, что для наших телезрителей такую информацию не лишним будет услышать еще раз и не оставаться равнодушным. А я хотела нагадать, что у нашей студии был Сергей Ваненков, керівник Миколаївського центру, благодійного центру «Юнітас».